летним вечерком на ковровом переулке решили прогуляться. Впереди у нас улица Рабочая. Мы же будем в обратном направлении двигаться на Нижегородскую. О, мы у дома 16. Цветочки поливают. Все. Пересечение снова Рогожской улицы. Так, вот в Рогожской можно перейти, я думаю. Посмотрим в обратном направлении. Тихая улочка в Таганском районе, в спальной его части, так скажем. Общественного транспорта тут не ходит никакого. А вот сейчас мы выйдем на Нижегородскую, там совсем другая ситуация. Шестой у нас. Тридцать седьмая Нижегородская будет. Пойдем в другое место. О, какой домик интересный. В Москве такие редко увидишь. Скорее что-то подмосковное.
к улице Нижегородской. Так, а наш переулочек остается сзади.